Сегодня, 24 мая, во всех школах Братска прозвенели последние звонки. По традиции, после торжественных мероприятий в самих учебных заведениях все выпускники приезжают сюда, в Ангарскую деревню. Мы тоже сюда приехали, чтобы узнать, как нынешние 11-классники видят свое будущее. Кто выпускник? Я выпускник! Кто выпускник? Я выпускник! Как вы видите будущее свое? Когда вы ЕГЭ сдадите, когда в университет поступите и когда университет закончите? Чем будете заниматься? Вот вы, девушка. Ну вот я пойду в авиационный, буду такая летать, все самолеты. Я стану успешным человеком, это прям, я уверена в этом. Кто так привлекает-то в этой работе? А вы посмотрите, какая у них форма, это же, ого! Так в полиции тоже неплохая форма. А в полицию очень сложно поступить. Я в Китай собираюсь ехать. Я в Москву. Китай? Да. А что там делать-то в Китае? Переводчик международный. Все будет круто. Инженерным делом буду заниматься. Но это связано со строительством. Ну, посмотрим. А вы? На биофак хочу поступить и стать биологом. Сначала в армию, потом учиться. А после армии чем будешь заниматься? Попробую поступить и разрушить стереотип. Говорят, то, что после армии никто не поступает. Много чего хорошего, плохого будет. Ну, в основном будем учиться, стараться. А после учебы? А тут уже неизвестно, что. Чем будете заниматься? Где учиться? Кем работать потом? Жду были наверняка. Врач. Программист. Юрист. Поступлю в МВД, а там уже куда определят. Защищать наше отечество, мирных граждан от бандитов. Да, я думаю, уехать отсюда. Куда-нибудь там. Ну, еще не решусь, куда еду. Есть несколько мест. Поеду дальше обучаться. А решил, чем будешь в жизни заниматься-то? Ну, отучусь, да, посмотрю дальше. Я на стюардессу поступать буду. А где так учат на стюардессу у нас? В Москве, в Иркутске. Проводником, например, на железнодорожном транспорте. Как? Почему? Там мыться негде. Министерство внутренних дел, охота попасть туда в дальнейшем, чтобы связать это свое будущее, потому что это сейчас, ну, зарплата хорошая, во-первых, и, во-вторых, есть связи будут, где в чем помочь. Я поеду в Челябинск на хореографический, хореографом я буду. Спланировал все? Да. И потом я уеду за границу работать. А в какую страну? В Испанию, скорее всего. Либо в Германию, там больше ценят и любят русскую культуру. Чем вы будете заниматься, когда ЕГЭ сдадите, когда университет закончите? Как вы свое будущее вообще видите-то? Ну, для начала планирую стать президентом. Это минимум. Президентом чего? Земли. Земли. Что бы ты в земле изменил, например? А, ничего, сидел бы, жировал. Я закончу университет, буду работать, и потом сделаю себе ребенка, и буду счастлива.